Оперы «Прометея» якутской музыки Марка Жиркова опубликовали в виде целостного сборника. В Якутске прошли юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию основоположника профессионального музыкального искусства республики. Впервые вышли в свет 4 книги о композиторе. В Музее музыки и фольклора открыли выставку, рассказывающую о творчестве и уникальных творениях Жиркова. Тему продолжит Светлана Федорова. На выставке «Музыкант его наследия» представлены рукописи, раритетные ноты, инструменты последователей Марка Жиркова. Пиджак московского композитора Генриха Литинского, подаренный музею его женой. Концертное платье Полины Розинской, которое артистка одевала на вечер литературы и искусства Якутии в Москве в 1957 году. Скрипка, на которой играл сам композитор. История гласит, что скрипка принадлежала отцу мужа Полины Розинской, который не умел на ней играть, и поэтому частенько одалживал его Марку Жиркову. Также наш музей издал новый видеоурок, совершенно первый в республике фильм о его жизни и деятельности. Библиографы и музыковеды ведут большую кропотливую работу по обнародованию музыкального наследия композитора. Известно, что композитор написал 2 балета «Алый платочек» и «Полевой цветок». Но в архивах нашли еще одну балетную партитуру «Якутия», которая ни разу не исполнялась и не ставилась на сцене. На торжественном вечере оркестр филармонии Якутии исполнил 2 номера из этой партитуры. Полностью партитура будет сыграна этой осенью. Если музыка композитора не играется, то народ не может его произведение услышать. Композитор жив до тех пор, пока играет его музыку. На сегодняшний день издано специальное приложение «Прометей якутской музыки» в московском журнале «История государства российского». Составлен первый том 100 якутских песен. Куда вошли 59 сольных песен. Эти песни, конечно, они истинно народные, собранные в 30-е и 40-е годы. И они, думаю, и сыграют свою роль в движении «Музыка для всех». И вот современная молодежь особенно, да, вот познакомившись с этими песнями, столкнется действительно с истинно такими народными песнями. Творческое наследие композитора еще не до конца изучено. Далее составители планируют выпустить целый ряд томов опер и партитур. В истории якутской музыки эти издания станут хорошим опытом в собрании сочинений якутских композиторов. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.